не получилось. Что-то не смог. Ага. Миром? С миром, миром. С миром. Надо еще это. Тихо, не надо меня снимать. Что-то я это самое, всех перепутала. Начинаю говорить всех. Родственников тоже начинаю. И, ну, как оно? Она шла с кастрюльками. На меня дом перевели. Да? Ну, было последнее сюда усиление. Опять ничего не пришли. Котел такой у нас в ужас приводит. Ну, понеси, подожди. Так я... Что некогда, я потом забуду. Ну, потом я тебя узнаю, что сует она, непонятно. В ужас пришел я вчера от него, что затоплять надо вниз головой спускаться. Отличный котел. Ну, покажи, открыл. Это вот туда? Какое расстояние тут? Сейчас я замерю. Больше метра. А, 80? Не, говорю, больше метра, наверное. Ну, больше метра. Наверное, больше метра. И туда надо бросать бумагу, дрова, и там будет гореть уголь. Ну, это смешно даже. А что смешно-то? Ничего смешного. Нигде в мире этого нету. Да есть. Ну, это чтобы как можете за весь мир говорить, когда вы не знаете? И как я знаю? Вы я знаете по прошлые времена, я когда были одни печки. Ну, на хорошо. На... Сейчас-то этими котлами пользуются, они очень распространены. Да я же не про это говорю. Я говорю, никогда не было. О чем-то я не разбираюсь, но в пищах я знаю. 40 лет клал пищу. Это понятно. И нет, чтобы колосник вот все время менять его там на направление. И он не меняется, он просто двигается. Для того, чтобы просыпался. Он наклоняется. Нет. Нет. Ну, двигаться. Тоже кочергой двигаешь это. Чего ж тут отталкиваться? Нет, он просто один раз растопил и весной только заглушил. То есть он под это рассчитывал. И все. Да это не тысяча, а миллион этих печек было. И никогда этого не было нигде. Я по всей стране буквально печи делал и знаю, что это не делается. И колосники продают. Подготовка к богослужению воскресенье. Сегодня должно быть 1 декабря 2021 года. Ну как, видать тебя там? Что ты мне книжку-то показываешь? Что она означает? Всяко помощь в свое время есть. Новая книга. Ну, ты где взяла? У Михаила. А? У Михаила. У Михаила? Ну, вот. Хорошо. Посмотришь? Нет, конечно. А что? Да что же я возьму? Зачем? Зачем я его возьму? Я его знаю, у меня беседы с ним записаны.
Ну, может, тут что не так, поглядит. Нет, не так. Это, а я никак не могу вмешаться. Я знаю его близких людей. Из Америки приезжала одна. Взрыв просто получился. Да. На какую? На какую тему взрыв-то? Потом отдельно поговорим. Сейчас наполовину не слышу. Андрей Михайлович, рух пришел второй раз сегодня, который проведали дома были. Когда еще жив он был, он уже говорит, я вам плохих не буду. Это память. Память. Большая-большая память. Сегодня есть человек, а завтра его нету. Да. И начинает тогда искать. Пожалуйста. Полный рост. Это рано. Это отстают маленько. Как всегда. У тебя мир и согласие. На 2 минутки отстают. У тебя есть подружка? Проходит время, и общие снимки, где есть, и выискивает, и кружком показывает, это он. А сегодня, кажется, ничего нет. Это нельзя повторить. Повторить нельзя, это навсегда уходит. Ну, теперь ты новую подружку себе нашел. Притом все время, когда какая-то личность ее бывает в толпе только видать, а никто не знает, кто он такой. Ну, слава Богу. Есть фотография начала войны в Германии, объявляют в Берлине. Там где-то площадь. Самого себя увидел. Его так видно. Кто знает? Там, вот так, с миром примерно. Ой, кто тут пришел-то? Ну-ка, покажитесь. Не видать, что-то отвернулся там. Где? Вот он где. Вот этот, отверни маленький. Ну, это же запечатлено навсегда. Потом искать будет. Вот, пожалуйста, полный рост. Это Удари. Как звать-то, Евсевий? Евсевий. Сева или Евсей? Евсевий? Нет, вообще маленький. Это смотри. Сара, Евсевий и Евлампия в этом году. Так как ты Евсевий? Они никак не хотела. Ты ей как это, медсестре доверил, да? Ну там, насчет имя спорили как там, по-разному. А я когда показал им Сара и вот это, ее не надо, оно не по числу, библейское имя. А теперь Сара Марковна. О, и Сара, и жена, и Марк согласились. Я говорю, ну вот, начинай. Нельзя так вот. Я сейчас показываю, какие у меня друзья. Уже 27 Владимиров, которые рядом были. Которые не во вред были. 27. И 702 только в книгах упоминаются. Раза. Бабушка Лена. Бабушка Лена. Мир вам, Игнатий.